По версии следствия, вечером 30 марта 25-летний житель областного центра пришел в один из магазинов на улице Московской в центре Саратова, имея при себе огнестрельное оружие. Пришел туда, сказал, давайте деньги. Мне не отдали. И в итоге выстрелил. 43-летний хозяин магазина скончался на месте, в то время как его друг-ровесник не пострадал. Мужчина бросился вдогон за попытавшимся скрыться злоумышленником, преследуя его по улице. По счастливому стечению обстоятельств здесь же оказался сотрудник полиции, участковый, как раз в это время вышедший на обход подведомственной территории. Мной был задержан данный гражданин. После задержания и подоспевшие два молодых человека пояснили, что данный гражданин совершил убийство в магазине. Вот данный гражданин был передан в Волжский отдел полиции. Задержанному уже предъявлено обвинение. В настоящий момент следственным отделом по Волжскому району возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, присмотр части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, то есть убийство, сопряженное с разбоем, а также покушение на убийство двух и более лиц. А также по признакам состава преступления предусмотрен статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сам молодой человек дал признательные показания и даже раскаялся в содеянном. Да, я сожалею. Раскаяние пришло, но, увы, отнятой человеческой жизни оно не вернет. Расследование уголовного дела продолжается. Ольга Орлова, Нарек Хачатрян, Андрей Багаев, «Вести», дежурная часть, Саратов.